Вам письмо. Сегодня в Якутске выбрали лучшего почтальона. Победителем регионального этапа всероссийского конкурса стал Павел Бекетов, представляющий город Якутск. Всего в профессиональном соревновании участвовало 8 почтальонов. Это представители всех 7 почтамтов Якутии. Конкурсанты приехали из поселков Чукурда, Хайхал, сел Майя, Чурапча и городов Нерюн, Гринюрба и Якутск. Победителю предстоит защитить честь республики на окружном дальневосточном этапе конкурса. Вообще я работаю с 1987 года, но работал до этого еще подростком. У нас там была специальная служба по доставке телеграмм и повесток. Сейчас ее ликвидировали, переложили тоже на почтальонов обычных. И я решил до армии просто поработать. Думаю, в армии там пойду, что-нибудь научусь. И, увы, в армии меня не взяли по зрению. Пришлось поэтому, я поэтому так на главпочтампе и остался. И до сих пор успешно прижусь уже в течение 30 лет. Профессия мне тоже нравится, она полностью удовлетворяет моим потребностям, потому что в среднем я 3 часа, скажем, хожу по участку и 3 часа нахожусь в отделении, подготавливаю на следующий, обрабатываю, меня она полностью удовлетворяет.